чудесна Москва на рассвете. Последний утренний туалет, и вот ожили улицы столицы. Москвичи едут за город, на пляже, к реке. Теперь к их услугам и новые многоместные автобусы ЗИС-154, недавно появившиеся на улицах Москвы. Шумно на вокзалах. Зато как хорошо в тиши подмосковных рощ. Этот воскресный день старый типограф Николай Григорьевич Савинов и его товарищи проводят в заводском доме отдыха. Многих москвичей привлекает Химкинский порт. Они отправляются на прогулку по каналу Москва-Волга. Особенно людно на Химкинском пляже. Любители водного спорта собрались на водной станции «Динамо». Заплывы сменяются прыжками. Прыжки гонками гребцов. На водную гладь канала вырвались скутера с аквапланами. Разнообразен и увлекателен отдых москвичей.